Так, мы сегодня... Название такое, топология. Так. Ну да. На самом деле, топология, по-моему, вот так я понимаю, топология, это тоже часть геометрии. Просто если в ирландской программе Клейна, о которой я вчера говорил, использовать очень-очень широкую такую массивную группу преобразований. То есть свойства изучать с точностью до очень широкого класса отображений. Ну, давайте я дам определение, которое будет выделять этот класс. Вчера вот я не давал определение движения. Ну, то есть я дал когда-то его в какой-то момент, сказал, движение тоже сохраняет расстояние, да? Но расстояние можно везде понимать по-своему. Вот то определение, которое я сейчас даю, тоже на самом деле можно понимать везде по-своему. Но, тем не менее, давайте я, значит, его сразу же сообщу, потом мы будем смотреть, где и как его понимать, и что из этого получается. Гомеоморфизм. Называется какое отображение? Но дальше я должен написать слова топологических пространств, которые пока еще как бы не знакомы, да? Давайте я напишу все честно, а потом уже будем постепенно это разбирать. Значит, топологических пространств. X, Y, какое отображение топологических пространств, φ из X в Y, которое взаимно однозначно, это первое требование, второе требование, φ непрерывно. И φ минус первый тоже непрерывно. Значит, теперь смотрите, что здесь требует каких-то пояснений. Пояснений требуют вот эти слова, да, топологические пространства. Я сделаю так. Давайте вначале речь будет идти о чем-нибудь хорошо знакомом. Например, x и y — это какие-то области в многомерном пространстве. Ну, например, x — это круг, а y — это прямоугольник. Вот такой. Ну или более сложные области, тетраэдры, симплексы, шары. То есть просто какие-то области в мерном пространстве, в котором понятие непрерывности вам хорошо знакомо. Непрерывность на эпсилон-дельта языке, например, стандартная. То есть, если я скажу, что гомеоморфизм — это такое отображение одного подмножества там, многомерного пространства в другое, которое взаимнооднозначно, это первое требование. И второе требование, что оно непрерывно вместе со своим обратным. Ну, раз взаимнозначно, значит, существует и минус первое. Существует обратное. Так вот, значит, требование номер два в том, что они оба непрерывны. И это важно. Я сейчас покажу примеры, когда это оказывается важным. Важно, в смысле, требовать фи минус первое, чтобы тоже было непрерывным. Вот. Тогда мы не будем пока акцентировать внимание на общих топологических пространствах. Я даже не уверен, что в этом курсе мы будем его акцентировать, это внимание. Может быть, про него мы поговорим в конце ноября на алгебраической геометрии уже. А пока вы, по крайней мере, теперь знаете, что такое гомеоморфизм между подмножествами многомерных пространств. Вот такие пространства в топологии считаются неразличимыми. В частности, я утверждаю, что нарисованные мною два множества гомеоморфны. То есть существует такой гомеоморфизм. Существует гомеоморфизм, который отождествляет круг с прямоугольником. Поднимите руку, кому это кажется диким.
Честно, молодцы. Ну, скажем так, все, кто здесь с первого курса, они просто обязаны поднимать руку, потому что на первом курсе это точно должно казаться диким. Вот, дальше, может быть, вы уже встречались с этим, вот, и тогда это уже не так страшно. Но давайте я покажу, как устраивается гомеоморфизм. Значит, что я должен первым делом сделать? Я первым делом должен установить взаимно однозначное соответствие, потом уже проверять, что оно непрерывно в обе стороны. Ну, я возьму круг там, как-нибудь этот, сдвину. Если я сдвигаю, понятно, что это гомеоморфное отображение, да? Все вчерашние наши преобразования, движения, да, которые мы рассматривали, заведомо гомеоморфизм. Движение, ну, кстати, почему движение является взаимооднозначным отображением плоскости на себя? Ну, можно назад подвинуть. Можно подвинуть назад, да. А более точно, если строго говорить, то так. Кстати, вот то, что можно подвинуть назад, это такое правильное теоретическое групповое понимание движения, что есть движение, а есть к нему обратное. И в группе движения они противоположны друг другу, они сокращаются потом, когда их одно потом другое сделать, получится тождественное. Но можно также сказать, что две точки x и y не могут перейти в одну. Потому что если эти две точки были разные, то между ними было расстояние положительное. А расстояние при движении сохраняется. Значит, между φ от x и φ от y расстояние тоже положительное, такое же, как между x и y. А значит, φ от x и φ от y не могут совпадать. Вот и все. То есть, в принципе, то, что движение не может склеивать точки, следует из этого. Вот. Ну, то, что все вчера, что движение обязательно, движение плоскости. О, что-то я такой вопрос сейчас задал, да? Интересно, это входит в определение движения или это можно доказать? Наверное, это можно доказать, что любое движение плоскости, плоскость именно целиком на себя кладет, а не на какую-то часть плоскости. Наверное, это тоже следует из того, что расстояние сохраняется. Прямо сейчас я, между прочим, не скажу как. Сева, как думаешь? Конечно, следует. Следует. Очень просто следует? Ну, если хотя бы те же прямые рассматривать, каким образом там, ну, предположим, что какая-то часть плоскости, на какую-то часть плоскости есть точка, которая не имеет прообраза, да? Да. Понятно, какие вопросы возникают? Через нее прямую. Идем через нее прямую, посмотрим на прообраз прямой. А, там тоже должен быть пустой. Тогда он тоже должен быть пустой, да? Ну, видимо, так, действительно. Значит, берем какие-то две точки. Смотрите, сейчас мы решаем, впрочем, задачу, которую я совершенно не предполагал решать. Она сейчас случайно возникла. Это такая вот классика. Когда математикой занимаешься, то очень часто возникает так. Ты вроде одной задачей занимался, а потом на другую переключился. Итак, вопрос. Допустим, есть преобразование плоскости, обычной плоскости, которая является движением в том смысле, что для любых x, y и z квадрат расстояние между φ от x и φ от y равно расстоянию между x и y. Это все, что нам дано. Расстояние меряется обычным образом, совершенно стандартным образом, как на плоскости мы их измеряем. Вопрос, почему φ является вложением, мы рассмотрели. Две точки склеиться не могут, потому что между их образами будет такое же расстояние, значит, они не могут быть одной точкой. Почему это отображение обязательно является наложением? То есть любая точка плоскости становится, любая точка плоскости имеет свой прообраз, то есть в нее кто-то переходит. Это тоже из этого действительно следует. Ну давайте, да, посмотрим. Не совсем так напрямую. Значит, не напрямую, но следует. Да? Значит, берем x и y, да, у них есть какие-то образы. Фи от x и фи от y. Я так понимаю, что довольно просто доказать, что тогда вот эта вся прямая перейдет вот эту всю прямую, вот именно по точечному. Ну да, мы вчера, собственно, устанавливали то, что если две точки на месте, то для любой третьей останется только одно место, вот это. Ну и также, значит, получается, что образ вот такой точки должен быть на расстоянии от этой точки так же, как здесь вот тут, и от x так же, как здесь вот тут. То есть она той же самой логикой доказывает, что она должна перейти сюда. То есть прямая аккуратно вот так передвигается сюда. Теперь что? Теперь посмотрим на точку. Наверное, нет смысла это делать.
нужно просто взять точку, ближайшую до прямой, тогда для нее два варианта, а после этого прямые всю плоскость покрывают. Да, все правильно. Значит, вот эта точка переходит либо сюда, либо сюда. Варианты одинаковые. Значит, допустим, она переходит вот сюда, и тогда любая другая точка, да, для нее однозначно можно сказать, где она будет находиться. А именно на такой же конфигурации вот этой вот тройки. То есть, действительно, тогда, если мы хотим найти, что перешло сюда, нужно совместить треугольники и просто посмотреть на образ вот этой точки при этом. Именно она перейдет сюда. В самом деле, это означает, что все движения являются взаимооднозначными, ну и непрерывными. Почему движение непрерывно? Непрерывность, значит, у любого эпсилон, да, существует дельта, непрерывность в точке там какой-нибудь, непрерывность в x чертой, это что такое? Для любого эпсилона существует дельта, такое, что если x минус x чертой, расстояние, ну тут действительно разность, но можно написать расстояние меньше дельта, то что? Расстояние между f от x, да, до f от x чертой, меньше эпсилона, да. Вот. Вопрос. Какое дельта нам годится? Не совсем. Движение? Да, это движение. Можно указать конкретное значение. Вот для каждого эпсилона указать конкретное значение. Нужно, чтобы из того, что расстояние между x и x с чертой было меньше, чем дельта, то есть, что x попал вот в этот, в этот круг, следовало, что f от x с чертой попал в эпсилон окрестность, f от x попал в эпсилон окрестность f от x с чертой. Дельта равно эпсилон. Совершенно верно. Потому что вот это то же самое, что это. Поэтому если дельта будет равно эпсилон, то из того, что расстояние вот это меньше эпсилон, будет, конечно, следовать, что это тоже меньше эпсилон, потому что это просто равно вот этому. Вот чисто логическое рассуждение, показывающее, что любое движение является отображением непрерывным. В обратную сторону то же самое. Обратное движение – это движение. Тоже сохраняет расстояние. Значит, любое движение – это гомеоморфизм. То есть вот вам, пожалуйста, пример гомеоморфизма. Но то, что мы сейчас будем делать, нам движениями тут не обойтись. Ясно, что... Ну, всем ясно, да, что это неравные фигуры, они друг другу движением не переводятся. То есть нужно строить какое-то другое отображение, которое, хоть и не движение, но тем не менее будет осуществлять непрерывное, взаимооднозначное соответствие между этими двумя должностями. Ну что я сделаю? Я сдвину, как мы уже договаривались, от того, что я что-то куда-то сдвину, ничего не изменится. Сдвину и наложу их друг на друга, как-нибудь так, вот, чтобы наложение получилось нетривиальным. Вот круг и вот прямоугольник. Ну это не очень круг, ну уж извините, да, как умел нарисовал. Теперь я беру вот эту точку, этот середина круга, и делаю следующее. По каждой его лучу произвожу сжатие или расширение с соответствующим коэффициентом. То есть, вот скажем, коэффициент сжатия, вот здесь я должен немножко удлинить вектор. То есть я умножаю на коэффициент лямбда, равный отношению этих двух векторов. А вот здесь, например, напротив, я этот лямбда должен немножко укоротить. То, что получится таким образом взаимооднозначное преобразование, я думаю, наглядно очевидно. Вопрос в его непрерывности, да? Непрерывность означает, что этот коэффициент сжатия медленно меняется с углом наклона вот этого. Ну, скажем так, визуально это очевидно. Формально это некое рассуждение. Вот, я сейчас не очень хочу на нем останавливаться. Визуально видно, да, что коэффициент сжатия он меняется медленно. Вот у нас
Марса Бэм от угла. И он, привет, и он начинает уменьшаться. Вот сюда уменьшался, коэффициент сжатия, потом опять начал увеличиваться. Потом уменьшался, через единичку прошел, за единичку зашел. Вот. Значит, единственное условие, при котором эта процедура вся действительно является гомеоморфизмом, кто мне скажет, какое условие должно быть? Что обратно существует? Да, а как в терминах вот того, как я наложил круг на прямоугольник, это должно? Центр есть, да, центр находится строго внутри прямоугольника. То есть у центра есть некоторая окрестность, да, которая внутри прямоугольника лежит. Тогда действительно будет непрерывно, потому что иначе у нас тут, ну, не будет взаимооднозначно, потому что иначе, если центр на границе лежал, все вот эти вот схлопнутся в одну. А если центр внутри, то действительно это совершенно, это вот, вот типичный пример такого движения, очень такого вольного движения, ой, извините, не движения, такого преобразования, которое такое очень вольное, оно там в разные стороны растягивает, но оно взаимооднозначно, оно непрерывное, обратное к нему тоже непрерывно. Гомеоморфизм. То есть, вот. Удивительно, но факт. Эти множества топологии не различают. Да? А если фигура не выпуклая? Если оно не выпуклое, то такое рассуждение, конкретно такое, как я сделал, не пройдет. Но иногда пройдет другое. Ну, например, вот такое множество тоже гомеоморфно кругу. Но на самом деле все очень интуитивно. Вы берете вот эту ленточку и медленно вот так ее расправляете. У вас в результате получается круг. В процессе расправления вы ничего разрывного не делали. То есть гомеоморфизм — это то, что наглядно выглядит как работа с пластилином. Без использования ножа. То есть лепка из пластилина. Из одного и того же куска пластилина можно слепить как кубик, так и шарик. Правильно? Ну, были же в детском саду, лепили пластилин. Вот. Вот. Вот моя трехлетняя дочка уже знает, что такое гомеоморфизм, потому что она уже работала с пластилином. О, вот я вспомнил, что я хотел сказать. Сегодня немножко раньше придется закончить, потому что мне эту трехлетнюю дочку надо отводить на танцы. У нас бабушка уехала. Поэтому в 17.10, а не 17.20 мы закончим. Вот, то есть там будет несколько минут на вопросы, а вот в 17.20 мне уже нужно стартовать. И... Нет, не сдал козла, наоборот. Вот, то есть это, вот эта фигура гомеоморфна, гомеоморфна кругу, ну, хорошо, но чтобы вы не думали, что все всему гомеоморфно, приведите пример чего-то, что не гомеоморфно кругу. Что-то с дыркой, да. Это очень точное соображение. Например, вот такое вот колечко. А почему оно не гомеоморфно кругу? Не бойтесь молчать. Ну, да, значит, нужно развивать так, нужно вот это как правильно, физический подход. Можно развивать идею следующую, что если два множества гомеоморфные, то у них одинаково устроен край. Можно действительно пытаться развивать эту историю. Здесь два края, это, так сказать, край — это объединение двух несвязанных областей в данном случае. А для... Круг, край — это окружность, да, то есть две окружности и одна окружность. Это можно довести до совершенно строгого рассуждения, да. Вот это рассуждение можно довести до строгого. Взять какую-нибудь кривую, которая вокруг дырки идет. Да. Тогда она перейдет, должна в круг перейти, такую же кривую, ограничивающую какую-то дырку. Да. Потому что за пределы кривой не можно ничего убраться. Значит, я сейчас... Вот. О, я хочу сосредоточить внимание на обеих обоих рассуждениях. Первое рассуждение правильное, и второе тоже правильное. Что если мы берем какую-нибудь кривую здесь, то она перейдет в какую-то кривую здесь. Но здесь эта кривая, что называется, стягиваемая. То есть существует семейство преобразований, которые потихоньку так раз ее и в точечку сведут. А здесь нету. Семейство преобразований, которое эту кривую стянут в точку. Почему? А если дырка, то она тоже стягивает. Потому что надо дырки, она уже не делает. Нет, дырку трогать нельзя у нас. Мы хотим сказать следующее, что если между этими двумя множествами существует гомеоморфизм,
Тогда образом вот этой кривой будет стягиваемая кривая здесь, стягиваемая внутри этого множества. А значит, исходная тоже была стягиваемая. Я пока говорю языком таким очень неформальным, и сегодня мы его заменим на формальный. Это, собственно, основная задача сегодняшнего дня, это этот язык заменить на формальный. Мы эту кривую стягиваем, мы изменяем форму самого множественника. Мы должны не менять эту форму. Вот это стоит на месте. И мы по нему должны стянуть вот эту кривую в точку. Интуитивно кажется, что сделать это нельзя, правда? Кажется правильно, сделать это нельзя. И утверждение о том, что это сделать нельзя, является не очень простым. Сегодня мы будем заниматься им примерно 2 часа. Но зато вы увидите, как это делается, вот, что называется созов, то есть с эпсилон дельта языка. Значит, действительно, можно привести примеры не гомеоморфных пространств. Но каждый раз доказать, что они не гомеоморфны, не очень просто. Ну, кроме как каких-то тривиальных случаев, скажем. Если у вас одно пространство просто из двух точек состоит, а другое из одной точки, да, то гомеоморфизм не может быть, просто не может быть однозначного соответствия. Но надо быть осторожным. Когда изучается топология и свойства фигур относительно гомеоморфизмов, это не то же самое, что теоретика множественная. Схожесть фигур. Что такое вообще? Вот можно пойти еще дальше. Можно рассматривать все биективные соответствия в качестве нашей группы, значит, преобразований. То есть считать, что два множества не различаются, если между ними есть биективное соответствие. Тогда это такая странная геометрия, такая самая начальная геометрия. Это просто геометрия того, какие бывают классы одинаковых множеств. Ну, то есть, грубо говоря, это теория мощностей и множеств, которую многие из вас, я не знаю, в школе сейчас не проходят, да? Понятие, может быть, это и есть, но это же от учителя зависит. Ну да. Если в учебнике написано, там 90%, что написано, все равно не обсуждается. Учебник учебников, такого нет вообще. Ясно. Ну тогда я вам скажу, что вот эти два множества объективно одинаковы, то есть с точки зрения, они, между ними можно установить биекцию. Но если они не зависят. А? Если про пластилин, то это фигура гримаса просто. Конечно. Конечно. Это самое. Ну, можно. Можно разными, да, разными способами действовать. Например, установить. Ну вот это. Это, по сути, квадрат, правильно? Даже гомеоморфный квадрат. А это, по сути, произведение, значит, окружности на отрезок. Прямое произведение окружности на отрезок. То есть любой элемент кодируется двумя параметрами. Параметр угла на окружности и параметр расстояния по отрезку. Поэтому, если я докажу, что окружность и отрезок одинаковые, то я все докажу. И это как раз то, что я хотел привести в качестве примера отображения, которое вроде бы почти гомеоморфизм, но не гомеоморфизм. А именно, смотрите, отображение окружности в отрезке. Нет, извините, именно, значит, отрезок в окружности. Ну, одну точку я выкинул, одной точки ничего не меняется. Это тоже, кстати, отдельная теория, почему от того, что счетные множества выкидываются, ничего не меняется. Ну, лучше одну точку вы мне, наверное, пока поверите. И вот смотрите, я сейчас возьму и непрерывным образом переведу полуинтервал в окружность непрерывным и взаимнооднозначным. А именно я вот от этой точки возьму и как бы вот до сюда ее раз и загну, да? Загну. Тогда видно, что это взаимнооднозначное соответствие, правильно? Вот эта точка, она попала сюда, а с этой стороны, соответственно, мы подходим к ней бесконечно близко, но ее не достигаем. Поэтому как раз полуинтервал. Непрерывная. У него есть обратное, и обратное отображение разрывно. Конкретно вот в этой точке. Оно разрывно в этой точке, потому что любая окрестность разрезается на две части. Часть оказывается здесь, часть оказывается здесь. То есть вы, грубо говоря, при эпсилон равном там, половине длины отрезка вот этого, не укажете никакого дельта такого, что окрестность вот этой точки в обратную сторону переходит внутрь эпсилон окрестности вот этой точки. Потому что эпсилон окрестности этой точки не имеет вот этот второй конец внутри себя при вот этом эпсилон, при одной второй.
Я не исключаю, что это слишком быстро. Повторить ли это рассуждение? Упражнение для первого курса, да? Типичный пример разрядного отображения. Берется окружность, разрезается и разматывается на интервал. Почему на строгом эпсилон дельта-языке это отображение является разрывным? Потому что неверно, что для любого эпсилон можно указать такое дельта, что и так далее, да? Но если неверно, что для любого эпсилон можно указать такое дельта, значит нужно предъявить эпсилон, при котором никакое дельта не годится. Так? Я предъявляю эпсилон, это окрестность вот такого размера. Действительно, ни при каком дельта, сколь угодно маленьком, не будет так, что окрестность вот этой точки размера дельта вот здесь на окружности перешла в эпсилон окрестность вот этой точки на интервале. Потому что с той другой стороны все точки переходят в окрестность как раз второго конца интервала, который уже внутри эпсилон окрестности не лежат. То есть вы для этого эпсилон, конкретно эпсилон 1, 2, не укажете никакого дельта. Значит, имеет место разрывность отображения. Вот и все. То есть, когда вы пишете такие не очень простые определения, вот определение непрерывности — это такое не очень простое определение, там, для чего-то существует что-то, причем это для любого что-то существует, нужно работать с самыми простыми образами, которые только есть, чтобы это определение проработать и как бы его ощутить, что вот оно действительно работает. Вот это вот отображение очевидно разрывно с вашей интуитивной точки зрения, а с другой стороны определение нам говорит то же самое, то есть согласие определения с вашей интуицией здесь налицо. А в другую сторону непрерывно. Почему? Да потому что в другую сторону, что говорится в другую сторону? Что у вот этой точки, для любого эпсилона, окрестности вот этой точки, существует окрестность вот этой одной точки, которая туда переходит. И здесь достаточно положить просто дельта равная эпсилону. Для вот эпсилон окрестности здесь, эпсилон окрестности здесь полностью годится. Она перейдет вот в эту часть, которая целиком внутри эпсилон окрестности лежит. Если у вас есть с непрерывностью какие-то проблемы, то исследование вот этого примера их должно во многом снять. То есть проработка этого одного конкретного примера, прямо от начала до конца. Поэтому взаимооднозначное. Непрерывное. А вот это уже неверно. Обратное разрезание. Поэтому для гомеоморфизма нужно требовать, чтобы в обе стороны оно было непрерывно. Так, из того, что я сказал, следует, что теоретическое множество точки зрения — это множество одинаковое, или, в частности, просто здесь разрезается, и все, и получается то же самое множество. То есть, теория множеств позволяет множеством пользоваться. Разрезали, у вас это кольцо превратилось в прямоугольник. Прямоугольник, конечно, одинаковый. А в топологии это запрещено, поэтому исследования в теории множеств, геометрия теории множеств — это просто исследование какое множество, какой мощности, и все. Я не говорю, что это просто, я просто говорю, что при этом подходе, Феликса Клейна, эрландинская программа, что геометрия изучает свойства фигур, которые инвариантны относительно действия некоторой группы преобразований. В эту картину геометрии отлично попадает теория множеств. Изучение мощностей разных множеств. Но нам кажется, что это не очень геометрично. Но топология — это уже более геометрично. Все-таки, наверное, у вас есть ощущение, что вот эти множества по сути разные, а вот эти множества по сути одинаковые. Ну вот если принять вот эту вот идеологию пластилиновых преобразований. То есть это отражает эту геометрическую интуицию. Значит, целью сегодняшней пары лекций служит строгое доказательство того факта, что вот такую опоясывающую окружность нельзя стянуть в точку по вот такому множеству. Ну, на самом деле, чуть-чуть другого факта, я сейчас объясню какого, а именно конкретно, мы будем говорить просто про окружность. Вот у нас есть окружность, которая нарисована где-то на плоскости. Есть тождественное отображение окружности в себя. То есть каждой точке окружности сопоставляется она же сама. Вот так, каждой точке окружности
сопоставляется она сама. Такое тождественное отображение. А есть другое отображение окружности в себя, при которой каждой точке окружности сопоставляется что? Некоторая одна и та же точка. Тождественная и тривиальная. Тривиальная – это когда просто все точки окружности сваливаются в одну и ту же. Вот такие два разных отображения. Оба непрерывны. Оба непрерывны. Здесь, если вы хотите доказать непрерывность тождественного отображения, возьмите опять дельту равную эпсилон. Правда? Тождественное отображение – это в том числе движение. А значит, годится как раньше. Если вы хотите доказать непрерывность тривиального отображения, то... Это что? Движение. Это не движение. А, это... Да. Почему непрерывно тривиальное отображение? Дельта равна нулю. Дельта... Ноль нельзя. Любое положение. Любое положительное число. Совершенно верно. Для любого эпсилон, годится просто ну какое угодно число. Потому что мы что хотим сделать? Чтобы дельта окрестность точки попала в эпсилон окрестность ее образа. Но в эпсилон окрестность ее образа попадает сразу вся окружность, прямо в эту точку, целиком. Поэтому какой бы эпсилон ни взяли, можно взять совершенно любое дельта и... Установить непрерывность, да? Рассмотрим любую эпсилон, положим дельту равную там единице, или 1/2, или там миллиону. И тогда любая окрестность вот этой точки перейдет все равно в эпсилон окрестность вот этой, потому что все точки складываются в одну. Значит, два непрерывных отображения. Теперь внимание, теперь немножко более тонкое утверждение. Что? Эти два непрерывных отображения внутри множества всех непрерывных отображений нельзя друг с другом соединить кривой непрерывной. Вчера мы рассматривали, вспомним немножко, что мы вчера делали. Мы рассматривали поворот, с одной стороны, как просто приказ всем повернуться на угол фи вокруг данной точки, а с другой стороны, как такое параметризованное вот семейство поворотов на разные углы. То есть такая кривая в пространстве всех движений, в пространстве всех поворотов. Вначале чуть-чуть повернули, потом больше, потом больше. Вот эта кривая в пространстве всех движений плоскости, в группе на самом деле, всех движений плоскости, соединяет непрерывной кривой тождественное отображение и отображение поворота на угол фи вокруг данной точки. Это непрерывная кривая. Каждый момент выдает некоторый поворот, то есть некоторое движение. Вот оно постепенно вот так соединяет первую и последнюю точки. И я хочу проделать то же самое здесь. То есть я хочу взять пространство всех непрерывных отображений окружности себя, начать вот с конкретного отображения, в котором просто каждая точка окружности переходит в нее саму, то есть с тождественного отображения. И медленно меняя значение всех этих самых, значение отображения на каждой точке, то есть, ну скажем, я могу там что-то сюда растягивать, что-то сюда сжимать по окружности, да, постепенно вот так медленно меняя, но так, чтобы каждый раз, в каждый момент времени у меня получалось непрерывное отображение. То есть вот непрерывность сохранять. И в конце этого пути я хочу получить отображение, которое целиком всю окружность переводит в одну точку. Интуитивно, если вы долго про это подумаете, вы начнете предполагать, что это невозможно. Так же, как вчера у нас было невозможно соединить тождественное движение непрерывной кривой с симметрией относительно прямой. Вот в том же совершенно стиле мы здесь не можем. То есть это разные как бы компоненты связанности в пространстве всех движений, так топологи скажут. В пространстве всех непрерывных преобразований окружности. У нас же
линейное у нас преобразование на непрерывное. Да, если мы будем делать обратное, следует по этой кривой. Да, но непрерывное не обязано иметь обратное. Это же не гомеоморфизм. А то, что мы кривой соединили. Кривой – это непрерывная кривая в пространстве всех отображений. То есть это при каждом t, фи является некоторым отображением. Да, мы требуем его непрерывности, но мы уже не требуем, чтобы оно было гомеоморфизмом. Собственно, в конце у нас гомеоморфизма оно не будет, оно все точки схлопывает. Ну, можно себе представить, как будто вот эта петля эволюционирует какие-то образом. Вначале она опоясывает окружность, потом как-то... Что-то такое происходит, и вдруг раз она в точку ушла. Где-то он где-то сдваивается, наслаивается на себя. А потом раз и вся она размоталась и стянулась в одну точку. Представьте, что ниточки обмотали столб, потом что-то с этой ниточкой сделали, а потом раз и все, и всю ее помощь выстянуть, расхлопнуть. Давайте я добавлю вам интуиции этой истории. А на примере следующего. Ну, это почти тот же самый пример, но все-таки он тоже важен. Вот. Все знают, как выглядит автомобильная камера, да? Велосипедная камера, я не знаю. Эта фигура в математике носит название тор. Математики вообще как бы они любят какую-нибудь свою терминологию навести. Даже в тех областях, где вроде бы вполне годится обычная житейская, математики используют свою. В частности, бублики математики называют торами. Ну, это бублик, обычный бублик, да, вот вы можете такой бублик купить и съесть. А математики скажут, что это тор. Ну, точнее, бублик, он... Бублик — это полнатория. Это тор вместе со всем, что внутри него. Тор — это граница бублика. А с другой стороны, есть сфера, которую мы вчера изучали, сферическую геометрию, да? Поверхность Земли. Эти два объекта не гомеоморфны, не существует такого фи, которое здесь указано. Я это говорю, да? Но это утверждение сложное. Это, так сказать, оно визуально очевидно, но оно сложно. То есть это тоже надо доказывать. Надо доказывать, что не существует непрерывного отображения, которое бы превратило сферу в тор. Причем при этом непрерывном отображении можно выходить в любые другие размеры, там всякие. То есть это не обязательно, чтобы осуществить прямо вот в трехмерном пространстве его. Можно в четырехмерное уйти, пятимерное, если вам нравится. То есть куда хотите, а вернуться с тором. То есть вот вам сфера, а завтра возвращайтесь с тором. Рвать и резать запрещено. Растягивать можно как угодно. Вам придется сдаться. Эта задача нерешаемая. И доказательство этого факта, оно достаточно сложное. И, в общем-то, сейчас, ну, как бы, что сложно? Оно сводится к тому же самому утверждению про окружность. Сейчас я покажу, как. Но сперва смотрите. В книге Прасолова «Топология» нарисована такая картиночка. Сфера с двумя ручками, грубо говоря, крендель. Ну, что такое крендель, да? Кренделёк. Вот такой вот. Заяц с ушами проколотыми. Значит, ну можете себе представить, да, сферы, и к ней так вот две вот таких вот предела на ручке. А теперь какой-то негодяй взял и сделал следующее. Он одну ручку просунул через другую. То есть вот так вот. Вот тут вот была ручка, да? А вот это вот здесь вот так вот. Нет, сейчас. Они даже кольцами. Да. Именно. Да. Вот оно вот так вот, как бы, вот. Ну, закольцованные ручки, да, закольцованные ручки. Вот так и вот так. Да. Ну вот. Что вам говорит интуиция? Вот такой кренди, не такой. Переводятся друг друга непрерывно взаимно однозначным отображением, непрерывно в обе стороны? Нет. Интуиция говорит, что нет. А на самом деле да. И это совершенно... Я не могу это понять вообще. То есть там упрасывал нарисованные соответствующие картинки. Я не могу их понять, честно вам скажу. Там пластилину 15 минут хватает, чтобы разобраться.
Ты разобрался, да? Не очень сложно. У вас вот то место, которое присоединяется одна из ручек сфере, оно ползет, попадает на другую ручку, а потом доползает вот туда, до этой ручки, и тогда они расцепляются. Например. А! Все, я понял. Вот так начинаешь вот так натягивать. Вот эту ручку туда вот. Ну, просто да? Точка присоединения, как бы. Ну, может это, быть. Откопа, но туда заползает на другую ручку. Можно еще раз, у тебя петельки нарисованы, можно вот эти дырки в петельках, их уже можно растягивать. Да. Легко, пока эти петельки превратятся, что называется, в ручки на гире, да? В ручки на гире, да, попробуй. Да, ручка, она просто. Ну да. Вот. У тебя получится две вот эти ручки, которые между собой сцеплены. Да. Дальше ты просто основание их местами меняешь, как первое, и все. Да. И они расползаются в разные стороны. Ну, в общем, да, я сейчас... Мне на самом деле довольно плохо с пространственным воображением, к сожалению. Но действительно, это факт. Это эти пространства гомеоморфные. Интуиция вам говорит одно, а математика говорит другое. То есть нельзя полагаться на интуицию. Вам кажется, что сферы и Тор разные. Но это надо доказывать. Доказывать строго, с помощью, желательно прямо с помощью эпсилон-дельта языка. Тогда вы будете уверены на 100%. Вот. Давайте я сделаю следующее. Я поясываю Тор вот такой вот окружностью. Дальше замечу, что если бы Тор и сфера были бы гомеоморфны, то тогда при соответствующем отображении φ эта окружность превратилась бы в какую-то окружность на сфере. Правильно? Окружность на сфере можно стянуть в точку. То есть, как бы, выбрать какую-то точку, которую эта окружность не покрывает. Знаете, почему я смеюсь? Потому что существует непрерывная кривая, которая заполняет всю сферу. То есть, может так оказаться, что при отображении φ, вот эта окружность стала всю сферу заполнять. Могло бы так оказаться в принципе. Это называется кривая Геана. Это еще один кошмар. Напомню. Существует кривая, которая заполняет весь квадрат. Непрерывная кривая, которая заполняет весь квадрат. Это совершенно контринтуитивно. Более того, не одна. Не одна, конечно. Она огромное количество раз всегда самоплетит. Короче, она строится неким образом. Но короче, здесь топология, и надо полагаться на интуицию. Это мой главный, значит, главный признак. Но в данном случае этого быть, конечно, не может. Ну почему? Ну потому что мы взяли кривую на Торе и взаимно однозначным образом Тор перевели на сферу. Но ведь на Торе-то были точки не на этой кривой? Конечно, были. Но вот эти точки имеют образ, который не лежит на соответствующей кривой здесь. Потому что гомеоморфизм. А значит, можно взять одну из них и просто сферу, это самое... Ну, в общем, давайте возьмем две такие точки и сделаем следующее. Две разные точки, которые не попали на эту окружность. Они перейдут здесь, две точки, которые не лежат на вот этой окружности. Одну из них мы вырвем и выкинем вообще. А все, что оставшееся, вот так вот по сфере, вот так будем стягивать на вот эту точку. Ну, то есть по каждой вот такой вот прямой, которая соединяет вот эти две точки на сфере, мы произведем сжатие с переменным коэффициентом. Ну и наша прямая, в конце, наша окружность в конце концов сожмется в точку в конце этого сжатия. Поэтому кривая на сфере, любая замкнутая кривая на сфере, любая окружность, нарисованная на сфере, может быть непрерывным преобразованием стянутой в точку. Осталось заметить, что если это так здесь, и если бы φ гомеоморфизм существовал, то кривая, опоясывающая Тор, тоже стягивалась бы в точку. С помощью фильм минус первый вот этого вот процесса стягивания. Почему этого не может быть? Ответ. Если вот это доказать, то по следующей причине. Потому что можно процесс стягивания этой кривой в точку спроектировать
То есть у нас есть тор, который состоит из вот таких окружностей и вот таких окружностей. Правильно? Тор состоит из двух семей. Он может быть вот такими семействами, таким семейством окружности покрыт, и вот таким семейством окружности. То есть через каждую точку проходит две окружности. Давайте фиксируем одну из них, вот, ну, такую же, как исходная окружность. И теперь, если мы получили какой-то процесс перехода вот этой окружности в одну точку, то при проекции на вот эту вот окружность, можно даже на исходную, можно на такую же, как она, вдоль вот этих вот линий, вдоль сфер, то есть точка попадающая, каждая точка попадает на одну из окружностей, нарисованных перпендикулярным направлением. Вот на ту, на которую попало, мы по ней едем до вот этой точки, вот этой окружности. И сопоставляем точки, которая возникла в процессе деформации окружности вот здесь, вот в точку, сопоставляем вот эту точку, вот этой окружности. Тогда сначала окружность вся целиком сопоставлялась, ну, как бы сама себе, то есть эта окружность, она на месте стоит, она вот такое преобразование, тождественное. А в конце она вся в точку обратилась, и эта точка, соответственно, оказалась просто одной из точек этой окружности. То есть, опять мы получили непрерывное стягивание окружности по себе самой в точку. То есть семейство отображения окружности в себя, которое начинает с того, что оно тождественное, а заканчивает тем, что оно тривиальное. Так. Давайте я спрошу следующее. Поднимите руку те, кто, ну, по крайней мере, наполовину, понял, что утверждение о негомеоморфности сферы и тора сводится к вот этому. И утверждение о негомеоморфности полосы и круга тоже сводится к вот этому. То есть поднимите руку те, кто понял, что мы на самом деле строго это сверили. Что, полосы и круга? Ну что, грубо говоря, смотрите, вот допустим, нам какой-нибудь волшебник, ну сегодня этим волшебником буду я. Какой-нибудь волшебник принес доказательство того, что вот этого не может быть. То есть, что окружность не стягивается по себе в точку, по себе самой. Поднимите руку, кто в этом случае уже понял, что у нас есть строгое доказательство того, что тор и сфера негомеоморфные, и того, что вот это вот и это негомеоморфные. То есть, что обе эти задачи я свел к одной. Вопросы просто об окружности. Так, да? Ну так. На каком-то уровне. Ну, хорошо. Значит, я предлагаю зафиксировать существующий уровень понимания, и мы потом вернемся после того, как вот это докажем. То есть вот этот как бы уровень понимания топологии, он на самом деле... Топология — это язык. Я говорю, что все наука — язык, но топология — это язык на три четверти. Вот. Если алгебра, например, это на половину, ну не знаю, ладно. В общем, и то, и другое — это половина язык, а наполовину уже строгая математика. И надо привыкать, это тоже язык такой. Вот алгебра — это другой язык. Володя — это вот такой вот язык. Даже было какое-то высказывание такого типа, что... сейчас это кто-то из ученых 19 века сказал, что... За душу... Нет, 20 века. За душу каждого математика борется ангел топологии и дьявол абстрактной алгебры. Даже не знаю. Это было, когда на алгебраической геометрии напустили формалистов, и кто-то вот из тех, кто очень любил алгебраическую геометрию в ее исходном геометрическом варианте, очень этому возражал. Возможно, это даже Ван дер Варден. Он очень не любил. Ван дер Варден очень не любил формализацию алгебраической геометрии. Писал письма к какому-то своему другу, тоже известному математику, сейчас не помню фамилию, про алгебраический геометр, который формализует алгебраическую геометрию, что-то такое, что я вижу свинью, которая вырывается в наш сад и подрывается под каждое дерево. Так, ну давайте действительно, я сейчас попробую формализовать и это утверждение докажем. И
После этого мы вернемся еще раз, ну, посмотрим, какие из него следствия. Из него, вот, по крайней мере, эти два следствия, может, еще какие-то там увидим следствия. Вот. Значит, итак. Если бы у нас было четырехмерное восприятие, то, скорее всего, вот это утверждение, как бы, ну, не надо было строго, ну, как-то оно было бы видно, вот совсем визуально, наверное, было очевидно, потому что мы бы окружность, вот так вот идет два измерения, здесь тоже еще два измерения, была бы еще одна окружность, мы бы увидели график, как плоскую фигуру вот в этом четырехмерном пространстве. И нам было совершенно очевидно, что этот график не переводится в тождественное плоское отображение. Но, к сожалению, вот у нас четырехмерного интуиции нет, поэтому надо придумывать что-то вместо нее. Итак, значит, смотрите, было отображение φ, давайте его теперь будем t называть, t от нуля. Отображение t от нуля, окружность переводила в окружность по закону тождественному. То есть для любой точки окружности, на самом деле точку окружности удобно обозначать тета, как бы окружность, да, на ней есть угол просто поворота, и все, от него все зависит, тета меняется. Нуля до 2π, не включая 2π. И для любой точки окружности t от нуля от этой точки, да, равно ей самой, этой точке t. То есть если я попробую изобразить в каждой точке, тот вектор, в который эта точка переходит. И тем самым создать некоторую геометрическую интуицию. Значит, вот этой точке соответствует ровно этот вектор, правда? Я давайте и нарисую его торчащим, соответственно, в нужную сторону, то есть это вот этот вектор, я его нарисую торчащим из этой точки. Тогда, например, из вот этой точки будет торчать вот этот вектор, и в результате мы на самом деле получим визуальное восприятие первого нашего отображения t от нуля в форме вот такой вот системы векторов, торчащих, одинаковой длины, все они одной длины, и все они торчат ровно в противоположную сторону вот этой самой точки. То есть, ну, спасибо, не в противоположную, ровно в ту же сторону вот точки. Это визуальное восприятие при от нуля. Теперь t от единицы. То есть это вот это старт, а это финиш. Стартовая точка и стартовое отображение и конечное. Финиш – это отображение из S1 в S1, тривиальное, то есть, что такое тривиальное? То есть для любого тета из S1, t от единицы от тета, чему равно? Одно и то же число, да, например, 0. Совершенно неважно, можно по-другому, можно повернуть окружность и ввести координаты так, чтобы это была точка 0. То есть это не имеет значения, просто 0. 0 число, вот, ну, 0, 0 это угол 0, да? Так-то это точка на плоскости, это точка с координатами 1, 0. Но мы взяли на окружности такую координату, угол поворота, который отчитывается обычным образом. Вот этот угол поворота равен нулю. Мы называем вот эту точку, значит, соответственно, нулевая точка окружности. Как выглядит отображение t от единицы? А, понял, да? Кстати, Саша Храбров тоже не понял, я все-таки не очень внимательно это записал. Он тоже переспрашивал. Я просто то, что я сейчас рассказываю, я на всякий случай вчера публикнул у себя в ЖЖ, чтобы, значит, нашли ошибки математики на всякий случай. Ну, нет, вот. Так, конечно, нет. Так все не привыкло. Ну да. Ну да. То есть сводится теорема Браунера, что я сейчас и делаю. Так, это было забегание вперед. Итак,
Скажите мне, как выглядит вот новая картина? Вот если так же визуализовать. Ну, у нас есть вот так же сначала вот эта точка, но из каждой точки они все выходят стрелочкой одну линию. Да. Из каждой точки? Сделать какую-то одну, которую заменить. Просто вот так, правда? Образом каждой точки окружности является одна и та же точка окружности, вот это. А вектор, который в нее смотрит, это вот этот вектор, поэтому я везде его и рисую. Вот. Ага. Теперь чувствуете разницу между тождественным и тривиальным? Тождественное — это вот такой вот ёжик, который весь в разные стороны на него торчит, все. А тривиальное — это у которого просто все иголки в одну сторону повернуты. Кстати, поверьте мне на слово, что в точности такое же рассуждение годится для любой сферы, любого числа измерений. Ну вот для, например, обычной сферы S2, это просто, ну, то, что я сейчас расскажу, ну, может, прямо слово в слово делается и видно прямо в пространстве. Но для четырехмерных, пятимерных тогда никаких тоже проблем не возникает. Поэтому мы сейчас говорим для S1, но на самом деле это будет более общее утверждение для любой сферы, и оно будет означать некоторую очень важную топологическую вещь. Итак, а что, собственно, мы хотим? Мы хотим утверждать, что не существует отображения T непрерывного, которое бы действовало на прямом произведении нашей окружности и целого отрезка 0,1. Вот как это делают математики, да? Что значит кривая в пространстве непрерывных отображений? Это значит непрерывное отображение, которое параметризовано дополнительным одним числом. Числом отрезочка. Кривая — это искривленный отрезок, правильно? Значит, кривая в пространстве отображений — это просто отображение большего числа аргументов на один, да, на вот этот вот один, на аргумент t. Кривая — это когда вот так вот что-то происходит, от t зависящее. Тут нулевые, тут единицы. Только теперь вот это вот нулевой момент времени и последний, это отображение из S1 в S1. Оба. И мы хотим, чтобы в каждый момент времени возникло отображение из S1 в S1. Некоторое. Ну, это то же самое, что потребует просто, что есть отображение t, которое цилиндр переводит в окружность. Цилиндр — это прямое произведение окружности на отрезок. Правильно? Как нас учили в детском саду. Цилиндр — это прямое произведение окружности на отрезок. То есть некоторое множество, которое является параметризованной точками отрезка окружности. При каждом t своя окружность. И мы хотим цилиндр с помощью нашего отображения t цилиндр отправить на окружность. То есть, ну, как-то его снять на окружность со следующим требованием, что при t равно нуля, нулю, это отображение вот этой верхней окружности на эту окружность является вот таким, то есть тождественным. При t равно единице это схлопывание всей окружности в одну точку. И при каждом t это некоторое непрерывное отображение, такое промежуточное непрерывное отображение окружности в себя. Причем непрерывно меняющееся. Что значит непрерывное отображение, непрерывно меняющееся? Это просто требование непрерывности целиком вот этого отображения. То есть непрерывное по паре аргументов. Непрерывно как каждый срез непрерывен, так и отображение близких срезов очень похожи друг на друга. То есть значения в соответствующих точках очень мало отличаются. Вот. Итак, наши предварительные соображения, связанные с тором, сферой или полосочкой и кругом, привели к необходимости понять,
доказать, что такого отображения не существует. Тогда мы сразу решили эти две задачи. Мы строго доказали, что Тор и сфера — это разные вещи. Но я потом еще раз повторю решение. То есть решение тех предыдущих задач я потом повторю. А пока требуется доказать, что такого отображения не существует. То есть нет непрерывного отображения, которое обладает сказанными свойствами. Непрерывного, которое на верхнем срезе тождественно, а на нижнем — тривиально. Хорошо. Значит, сейчас я проведу два разных доказательства. Одно доказательство будет в лоб совершенно. Оно будет довольно техническим. То есть, если будет чувство, что ничего не стало понятным, это не беда. Оно довольно такое техническое доказательство в лоб. Но, тем не менее, что-то, я думаю, станет понятно. А второе доказательство будет чрезвычайно хитрым. Оно сведет это утверждение к некоторой знаменитой теореме, которая называется теорема Брауэра. А уж ее-то мы потом докажем. Через симплексы? Да, через симплексы. Через симплексы. В полной аналогии с тем, что завтра ты будешь доказывать про простые числа. Ну, грубо говоря, речь будет тоже о подсчете четности некоторого числа. Выяснение, что число не четное, а значит не нулевое, а значит некоторое вес существует. То есть ровно в том же духе. Ну хорошо, давайте пока все вешали. Это верное утверждение, кстати. Что, перерыв будет скоро? А, перерыв, да, скоро? Через 10 минут. Ну ладно, все-таки начну с более технического, а потом в качестве закуски будет теорема Брауэра, сведение к теореме Брауэра. Итак, левую часть тире, потому что я ее изобразил в рисунке, понятно, что вот это вот как раз цилиндр, это окружность, требуется доказать, что нет такого отображения, не существует. Что я делаю? Я ввожу концепцию дискретного числа оборотов и дискретный индекс вращения. Значит, внимание, я его определяю по очень близкой аналогии с определением понятия интеграла. То есть я сейчас определю некоторые такие в кавычках интегральные суммы. И потом сделаю вывод о том, что эти интегральные суммы, они будут при измельчении разбиения объекта, на котором я их определяю, при достаточно сильном измельчении, они там ведут себя некоторым правильным образом. То есть их значение будет стабилизироваться. Но, в общем, сейчас, грубо говоря, я хочу, чтобы вы немножко как бы из головы вытащили вот воспоминания о том, как определялся интеграл. Потому что это будет вот близко к тому именно. А у первого курса еще не определялся, да, интеграл? Ну, значит, будет неопределенный. Да. Ну, в общем, это означает, что может быть то, что сейчас будет, не будет понятно, но зато потом интеграл будет гораздо более понятен, чем без этого. Значит, итак. Что же такое? Вот есть некоторое отображение окружности всегда. Произвольное. Тождественное, тривиальное — это примеры. Может какое угодно быть, да? Отображение окружности всегда я всегда буду изображать в виде такого ежа, который каким-то образом свои иголки причесал. Тем или иным. Ну, например, еж скоростей вращения. Касательные к окружностям. Это пример отображения окружности в себя. А именно поворот на 90 градусов, правда? В каждой точке нарисовано вот это. Вот в такой точке вот это. Ну это один пример. Другой пример там. Беру и вначале в одну сторону начали вращаться эти точки окружности. То есть
Что означает, что вот здесь нарисован такой вектор? Это значит, что вот этой точке ставится в соответствии вот это. То есть этот вектор надо из нуля положить сюда и, попав на окружность, сказать, что образ этой точки будет вот это. То есть это визуальное восприятие, ну, понятие отображения просто. Визуальное восприятие – это понятие отображения. Ну и, в принципе, тут может быть как угодно, может быть очень быстро так раз-раз-раз повращался и дальше пошел, ой, извините, дальше пошел куда-то вращаться. В общем, я хочу задать понятие числа оборотов вот этого вектора вокруг своей оси при проходе окружности. И чтобы это сделать, мне нужно немножко поработать. То есть визуально это будет то, что вы видите. Например, у этого отображения ровно один оборот. У отображения вот этого вот тождественного тоже ровно один оборот. У тривиального ноль оборотов, потому что вот он стоял и стоял. У какого-нибудь там более хитрого может быть много оборотов. То есть он, в принципе, может сколь угодно быстро вращаться, да? И может быть любое число оборотов. Но я сейчас буду определять, значит, я определю некоторое целое число для достаточно мелкого разделения окружности. То есть мы рассмотрим любое разделение окружности на несколько таких вот точек, в которых я буду что-то измерять. Разбиение можно разное сделать, мелкие, крупные, ну вот рассмотрим там какое-то разбиение. Что теперь я делаю? Я беру и смотрю, куда были направлены вектора вот здесь и здесь. Так? И теперь я ставлю угол между ними, то есть я переношу вот этот вектор сюда, и вот этот угол я ставлю. Ну, грубо говоря, со знаком плюс, если он по часовой стрелке был, и со знаком минус, если он был против часовой стрелки измерен. То есть я смотрю между ними угол, ну, для определенности, я, если они противоположны друг, смотрели друг на друга, то я вот в эту сторону буду измерять. Но я сейчас объясню, почему это уточнение не важно. Сейчас объясню, почему не важно. Пока давайте договоримся так, что если они смотрели в противоположную сторону, то я буду писать плюс 180 градусов. А вот если уже вот так, то я буду писать минус 160 градусов. То есть я каждый, значит, для каждой точки я напишу разницу угла между ее вектором и вектором предыдущей точки. Так? Для любого конечного выбора точек на окружности я получу систему чисел, а именно в каждой точке я должен буду сделать то, что я сказал. Например, если вот так было, то вот в этой точке будет записано число 0. Если, скажем, вот так стало, то я должен посмотреть, в какую сторону мы крутились. Мы крутились направо, то есть против часовой стрелки, поэтому здесь написано минус пи пополам. И так далее. В каждой точке написано какое-то число. Как вы думаете, что теперь я с этими числами сделаю, если я делаю аналогию с интегралами? Да, я их сложу. В принципе, можно предположить, что полученная сумма будет зависеть от того, где я натыкал вот эти точки. Вполне возможно, так и есть. Для некоторых наборов точек она будет одной, а для некоторых она будет другой. Но я хочу сделать два необходимых дополнения. Может быть сейчас, а может быть после. Сейчас ровно перерыв. Ровно перерыв, да? Да. В общем, смотрите. Давайте во время перерыва задание для всех. Понять, что это число кратно 2π. Это целое кратное число 2π всегда будет. Сумма. Да. Вообще. Точки как угодно. Производят. Даже вот я беру, например, три точки. Вот это, и это, и это. Или даже две. Ну, очевидно, правда, да? Потому что в конце мы просуммировали последнее. Мы все время берем разницу в углах между векторами, но последний вектор будет тем же самым, который был первым. Поэтому должно быть либо 0, либо 2π, либо 4π.
либо минус 2π, да, то есть это какое-то кратное пробег, целое кратное, не обязательно с плюсом, может быть с минусом. Вот, а теперь 10 минут отдыхаем, и дальше я скажу самый главный момент, связанный с этим индексом.